Ну вот так вот. Ну и все. Довольно много копейщиков, но это не так уж и опасно. Так. Идем к лучникам, пока что всех вниз отправим. Ну-ка, сколько их отнимается? Их отнимается 2. Они не такие уже это. Несъемные. Минотавров, да. Ладно. Надо было замедлить. Или ослепить. Вот их. Ну, молодец. Меня радует. А вот это не радует. Совсем. И не ударишь нормально, блин. Придется делать вот так как-то. Вот так вот. Осталось 40 рыцарей. Разрушим их луч. Чем? И давай долбить. Да ладно, бьем, пофиг. Все равно они сольются все. Поэтому лучше я ударю, чем он меня. Явно. Ну, по идее, этот герой не должен никуда уходить. Плюс он еще и ослеп. Ненадолго так. Все, упал. Минус герой, логистика, все. Там много чего, думаю, этим не пробить. Дождемся нашего вот этого. Все, отходили, в общем. Да. Хотя я не хотел этого все делать. Пришлось. Вот сюда. Тут, кстати, пора бы уже отстраиваться. Ибо надо восстанавливать постоянно все. Передаем. Да, конечно, 2 друида — это печально. Но ничего не поделаешь. Навигация идеально ему подходит. Он очень любит плавать. Построим рынок. Чем больше их, тем лучше. Все, замки на этом кончились. Что еще? Кто еще? Ты. И это. Как-то так. Синий что-то рыпается, но... Это уже ни о чем. 5 крэк-хэк. Кстати, он там уже личей отстроил. Молодец.
Сейчас узнаем, где же у нее замок. А вот. Да ладно, прям вот. Да. Сколько там у нее скелетов? Ладно, не важно. Фенька, мы врываемся. Только надо. Что это такое? Как-то силы стихии обрушатся на поле боя, нанося урон всем участникам сражения. Это что такое? Не хочу такие темы практиковать, поэтому использовать не буду. Ворвемся в копейщиков. Стреляем в личей. Ничего ему не отняли. Ну ничего. Не, все равно стреляем в личей. Даже два лича все равно неприятно. Пробиваем этих троллей. Хотя не это гоблины. Лучника одного потеряли, зашли, он уже драконов отстроил. Парень время не терял. Так, идем к драконам. И оббегаем вот сюда. Потому что не может быть, чтобы он вот так вот взял просто. Этим валим вот сюда. И все, пропускаем. Угу. Как неожиданно. Ты, зараза, драконов моих пробил. Ну ты урод, а, ну. Я хотел их взять себе, он взял, убил. Амброзий. Стая. Толпа. Толпа. Что-то там Амброзий наглеет, по-моему. Я, конечно, попал. Какой день, кстати? Седьмой. Если я, к примеру, свалю вот сюда, у меня ничего не получится. Ну давайте нападем на него тогда. Попробуем. Хотя, наверное, его там опять много. Да. Дофига слишком. Слишком дофига. Откуда у него столько всего? Плюс у меня герой голимый в плане атаки. И т.д. Поэтому здесь я просяду конкретно. Так. Так. Так, что с ним? Кожа. Минус друиды уже. Вот как бы так было ясно. Так,
Единственная проблема, я не знаю, что мне делать с ними. Да и лучников там вагон. Молодец. Просто молодец. Я могу затащить только за счет магии сейчас. Это вполне реально. Драконов просто надо отводить подальше от этого ущипана. Ушлепана. Сколько у тебя маны? Уже не важно. Ладно. Дубль 2. Стример играет, как мой 9-летний сын. Вообще странно это слышать от типа с ником Балабол 1983. Это во сколько же у тебя сын родился? Как-то неувязочка, по-моему. Так. Знать бы, сколько у него маны вообще вот у этого Амброзия. Он же балабол, ну да. Балабол. Так, ладно, мне надо свалить отсюда на самом деле. Пока что я тут не смогу ничего доказывать. День 7-й, на следующий день я просто нанимаюсь и вот этими всеми оттаскиваю все домой. Да. Так я и поступлю. Так, у меня дерева нет. Дерево нужно на загон. Стоунхендж, нет камня. Почему? Потому что есть стрельбище. Гильдия магов нет. А, вот в чем дело. Беда. Да нет. Думаю, нет. Сейчас не просто думаю, а просто уверен. Ладно, фигня это все. Нам нужно как-то целых 4 лучника. Тут, все оно. Вот сейчас делаем опять то же самое. Берем фениксов, берем лошадок, берем всех. Вот замедление очень хорошо нам поможет, но, блин. У него на все мои замедления есть ускорение. Это не очень меня радует. Точнее, совсем не радует. Почти передала. Главное, что рядом. Ну, мы забираем фениксов, мы забираем
Вот я как знал, что надо забрать себе этих драконов, но не успел на один день. Прям вот перед носом забрал и все. Так, если я убью здесь все, то толку мне от этого не будет. Надо встать здесь где-нибудь, дождаться, пока он зайдет в замок и выйдет из него. Но тогда он тупо наймется, а тогда лучше я наймусь я. А он пусть здесь посливается немножко. У нас здесь нету драконов. Точнее, этих вампиров. Не отдавать врагу, как по мне, лучше. Я не стал строить башню, потому что если я буду захватывать обратно, я не хочу ничего терять сам. Оу. Так, где там наш страшный тип? 8 тысяч в день, это очень хорошо. Ну, как по мне. 15 тысяч и 30 камней. Копим камни, строим драконов. С ними будет поинтересней. Пропускаем ход. У нас... Вообще, надо его главный замок пробить и не париться, потому что... Эти у него, по-моему, по 4 плодятся или поскольку. Они очень слабенькие, как бы. Если... Давай-ка. То есть... Вот это решили сделать Армагеддоном. Жаль. Лучше бы сделали обычный Армагеддон, где весь все красное такое. Пруха прямо этого. Конкретная пруха. Делать надо следующее. Надо напасть первому, чтобы отнять ему как можно больше. Так. У них очень мало хп вот у этих. Вот в чем дело-то. Очень мало хп. Может, лучников тогда. Все-таки. От них проблем много. Да, так лучше. Загораживаем проход, не бьем, ничего не делаем. Кстати, магия ведь должна, бля, магия уже вся. Ну и все, идем вниз. Там крестьяне возникают. Из ниоткуда прям. Фига себе. 157 крестьян убило 2 дракона. Ну и все, замок взят. Молодец. Но он уже слил тут. Ага, нападать я пока не буду. И надо сделать следующее. Скорее всего, блин, надо бегать. Да. Ну тогда я просто бегу сюда, возьму вот этот опыт, остальное пусть девки берут. Это добежал, надо наняться уже тут. Хорошо бы. Привет. Всем привет. Вот так вот. Вот он доволен, да? И минотавры пригодились и вообще. Вот нам надо бы забрать вот этот, но я не знаю, сколько там скелетов. Плюс на нас вот этот бежит. Поганец. Вроде герой жесткий, должен разобраться. Все, пропускаем ход, ждем реакции вот этого. А он просто бегает. Все, добегался. Сейчас мы его как-нибудь... Сейчас мы их проверим. Так, оп.
Как же я, говорит, теперь отличу, где твое, а где мое золото? Ну, я примерно этого и ждал. Так. Бегать кругами за ним не очень весело, конечно, но... Ну, надо. Терять героя я не хочу. Вот этого. Все-таки он прикольный. Стоунхендж. А давай ты ничего не будешь строить. Просто возьмешь и уйдешь. Отдай ему замок, пусть радуется жизни. Не знаю, чему он там радуется. Пусть что-нибудь отстроит мне. Потому что ногами-то я его точно догоню. А где ты всю армию? Тут оставил? Не, реально, ты половину здесь оставил, половину здесь оставил. И вот он ты. Молодец. Вообще печален он. Сейчас он все себе испортил, мог бы и затащить. Замедлим, первый бить я его не буду, но защищу стрелков. Обязательно. Хоть они ватные, но бьют они больно и два раза. Это очень жестко сказывается потом на хпшках. Но очень жаль, что я потерял драконов. Вот меня прям расстраивает. Халявные два дракона. Причем не из-за того, что халявные, а из-за того, что я хотел к ним пойти, он взял и убил. Поганец. Какой-то чемпион после этого. Ну все, герой минус. Какая-то лошадка красивая. Прям. Ничего, неплохо. У меня удача есть. C плюс один. Это что, знание плюс два. Ну что, у нас великий маг-волшебник получился. Там конкретно это вот молния, это в половину урон, наносимый вашим воинам заклинаниями огня. Правда, тут огнем-то никто меня бить не будет. Ну да ладно. Кстати, слишком можно много артефактов можно на себя надевать, что меня радует. И они все работают. Да. Вот это, кстати, надо бы уже. Но все никак. Так, какой день? Пятый. Пятый можно потерпеть. В общем, на седьмом дне я обменяю на камень много чего и построю драконов. Это будет правильно. Почему арты сверх лимита удаляются? Они просто не берутся. А, не успела, да? Все просчитано. А, по-моему. Но они не удаляются, как я уже сказал, они просто не берутся. За фейспалмило, смотрите. Фейспалмы были еще давно-давно. Правильно, ослепи ударь. Гениально. Люблю такие гениальные вещи. Вообще печаль, конечно. Оп. Замок вернули. Зайдем. А он поганец ничего не отстроил.
А я надеялся. Стоунхендж. Возьмемся за... А, точно. Стоп. Ты с армией? Нет. Печальный ты. Иди обратно. Иди обратно. Молодец. Так, их... Вообще всех уволить надо нафиг. И крестьян тоже. Тебе же камни нужны. Ну да. А я что-то... Знаешь... Да, мне были нужны камни, но я, как всегда... Забыл. Ладно. Надо строить рынки тогда везде. Вообще ничего нет, здесь рынок есть. Какой сейчас день? 7-й. А, все, приехали. Мне нужен 21 камень. Ой. О, хорошо. Вот эти вот товарищи меня радуют. Самые жесткие. Не, вот он. Туда-сюда, туда-сюда. А, вот этот. Уродец. Будешь служить мне. Нет? А я думаю, да. Только для этого мне надо захватить замок. Нет, убьем ее, потом вернем замок. Ух, фига там. Вагон крестьян. Как и всегда, все герои ко мне прибегают. Зафейспалмил. Это хорошо. Пум. Все. Герой минус. Туда сейчас навалимся. Этот ничего, ничего, ничего. Этот вообще что он здесь забыл? А, вот здесь вот будешь жить. Будешь меня на посыльных. Да. Печально, правда? Смотрите на его рожу. Так недоволен, что... Ты его плавать хотел отправить. Да я передумал немножечко. Чуть-чуть. Вот. Так, ладно, это все хорошо. Это все плохо. Здесь вообще все хорошо. А можно наниматься, почему нет-то? Денег все равно прибавляется слишком много, их надо тратить. Это как в Варкрафте, когда у тебя слишком много скапливается ресурсов, что-то значит не так делаешь. Ну или в том же Старкрафте. Да, промедление смерти подобно, правда? Заберем замок. Я в нем так и не отстроил ничего стреляющего. Наваливаемся. Радуга в спину моему Фениксу. Так, ладно. Так, так. Эх, он выжил, ну, думаю, гном будет воинственным. Ну или просто умрет.